Волгоград готовится отпраздновать 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Больше месяца в городе-герое проходят различные памятные мероприятия. А в начале февраля в регионе стартует проект «Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры». Проект победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Подробности в нашем сюжете. Сохранить и передать память о героях Великой Отечественной войны, помочь потомкам найти без вести пропавших родственников. Таковы цели проекта «Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры». Он предусматривает предоставление не только подробной информации о памятниках, посвященных героям Великой Отечественной, но и братских могилах. Проект охватывает более 600 захоронений, связанных со Сталинградской битвой, находящихся на территории Волгоградской области и города Волгограда. Школьники Волгоградской области будут проводить исторические исследования с целью уточнения списков захороненных. Формат ознакомления прост. На каждом мемориале, обелиске или месте захоронения в Волгоградской области установят таблички с QR-кодами. На них нужно навести телефон, и информация об этом памятном месте появится на вашем гаджете. Но для начала всю эту информацию предстоит найти. Существует множество массовых захоронений, и, к сожалению, нам известна не вся информация о солдатах, погребенных в них. И мы своей работой будем дополнять все данные, детализировать. Для реализации поставленных целей представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры объединились с юноармейцами и волонтерами Победы. У представителей каждой из этих организаций особая роль в общем деле. Для Волгоградского регионального отделения движения волонтеров Победы уже не ново ухаживать за местами воинской славы, за воинскими захоронениями. Поэтому наша роль в данном проекте будет, конечно же, включаться в установлении табличек с QR-кодами, с информацией о самом памятнике, о самом воинском захоронении. Для юноармейцев это непростой проект. Мы будем проводить огромную работу в архивах, будем искать исторические документы, которые будут нам помогать восстанавливать память, восстановить хронологию событий, произошедших в данном месте. Главная задача проекта – предоставить как можно больше информации о героях Великой Отечественной в доступном формате. Очень важно, чтобы история героического, боевого и трудового прошлого жителей нашей страны стала доступна для всех, чтобы представители каждого последующего поколения продолжали хранить память о подвигах своих предков. Ольга Цымбарович, Роман Седлецкий. Время новостей.